Grupo Grove, sí. Всем привет, ребята, сейчас я в Пусане. 5 часов из Сеула, но я специально приехала в Пусан. Мне надо было проверить мой крови. Я знаю, что группа крови вообще невозможно поменяться. Но когда мне было 5 лет, группа крови была А. Когда мне было 12 лет, у меня была AB. Говорят, если вы не делали трансплантацию, тогда группа крови вообще не поменяется. И очень сильно переживала, поэтому Юн забронировал такую гостиницу, и мы приехали, чтобы подробно проверить. Очень хороший день для проверки здоровья, да? Это можно открывать. Это другой номер. Чжан! Группа крови. В России же 1, 2, 3, 4, но в Корее ABO. Ну, четвертый АБ. Очень много корейцев говорят. Либо гения, либо дурак. Тогда группа крови 1. Самая частая группа крови среди мужчин в Корее, так как Юн тоже группа крови 1. Часто смеется и очень энергичный. У кого группа крови 2. Любящие сложности, когда не можешь сдержаться, выпадай в депрессию. Собеседнику с ним комфортно. В душе добрый, но робкий. Группа крови 3. Скорее говоря, если у мужчины группа крови 3, то он очень красивый человек. Любят краситься и пунктуальные люди. Моя группа крови 4. Скорее говоря, дурак либо гений. Не любят волноваться о чем-то, холодный, но внутри мягкий. Не планирую. Но, мне кажется, обсуждать человека зависит от группы крови, это, конечно, не все правильно. Скоро мы поедем в больницу. Желайте мне удачи, пожалуйста. О, приехала. Мы будем проверить крови, боюсь. Полностью надо записать свою информацию. Я вообще ненавижу уколы. Я слышал, что у вас какие-то проблемы с кровью, поэтому пришли к нам на прием. У меня группа крови поменялась. Группа крови поменялась? Да. Ну вы что? Слышали такой случай? Нет, первый раз. Поэтому мой муж взял мне до Бусана и Сеула 5 часов. Сегодня хочу пройти тест. Давайте тогда пойдемте к нашему персоналу. До проверки мне надо было написать, сколько раз я пью. Я пила соджу 5 рюмкости, это мой максимум. Та-дам! Я как монах в буддийском храме. Намасте. Тебе очень идет розовый цвет. Я училась во Владивостоке и Уссурийске, Петербурге. А в Корее? А в Корее, да, в университете. Чунан. Сколько ли вы учились корейский язык? Корейский язык? Ну, 8 лет. 8 лет? Наконец, врач забил меня. 검사했었는데 바뀌었었어요. 가능한가요? 검사했던 게 불명확하게 나왔던 게 불명확하게 나왔을 수는 있을 것 같아요. 혈액형에 따라서 이제 성격이 나뉜다고 하잖아요. 네. 뭐 A는 소심하고 B는 바람둥이고 이런 게 어떻게 생각하세요? 의학적으로는 안 믿으세요? 네, 안 믿는다고 의학적인 근거는 전혀 없어요. 뭐 일본에서 이제 제가 알기로는 누군가가 정리를 해서 일본 학자가 아까 말씀하셨죠. 일본스케 나우키 아니 좋다 좋다 исследовали потом написали что A это такой, B это такой. Вот. Поэтому говорят, что нет доказательства. 그러면 모기가 잘 무는 혈액형은 따로 있다고 하는데. 아, 그래요. 모기가 잘 무는 건 이산화탄소에 반응을 해서 이제 모기가 이제 그렇게 단정지어서 얘기하기에는 좀 어려워요. 네. 거세장 안 치고 이 음악음주원을 이제 하시는 게 뭐 복부초음파, 경동맥 초음파 내 쪽으로는 이제 MRI 검사하시니까 내 혈관 질환이 있다든지 이제 뭐 그런 쪽으로. 부러워서 왜냐 크로비 범이냐 어찌 문어가 쳤다 나도 지어. 크로비. всегда мне страшно коли. Oh no. 일단 진짜 больно было. 아니 очень много брали крови, как вы видели. Первая проверка. Проверяя кровеные сосуды в мозг. МРТ. Снимаем все украшения. Это почти первый раз, страшно. Боже.
Проверка идет примерно 15 или 20 минут, но там очень громкий звук. Возможно, кто-то боится, находится в тесном месте, ему трудно. О, вот это мой мозг. Я вам первый раз показываю, как выглядит мой мозг. И говорят, что у меня очень чистые сосуды и черта мозга красивая. Говорят, это возможно из-за того, что у меня мало стресса. Я даже не знала, мой мозг так выглядит. Сначала боялась, и там тоже боялась. Боялась из-за раздела больни, но оказывается, это магнитные больни, поэтому не переживайте. Тогда, аннянь, ярабы, бай-бай. А, спасибо. Да, там у тебя, это мы видели всю твою голову. Да. У тебя очень чистые и хорошие кровеносные... Серьезно? Да, очень чистые и красивые кровеносные сосуды головного мозга. Это первый раз слышу такой комплимент. У меня сосуды красивые, ребята. Это как ракушка выглядит. У тебя очень красивая форма черепа. Да, ну и пуна, красивая. Да. Черепаха. Еще дополнительные обследования – это МРТ для легких. Говорят, кто-то много курит, даже молодым, бывает повреждение легких и очень трудно лечиться. Но так как я не курю, у меня чистые. Они легкие проверили, я курю или нет, это проверили. Но я не курю. Вот тесто? Мне интересно, какое у меня группа крови. Группа крови. Я поймала иголку. В Пусане из всех иностранцев, все центры, это русские, да, потому что да, очень много моряков приезжает. Да, да. А моряков чем они болеют? Да. Они не очень долго находятся на суше. Всегда на острове. Да. Они всегда как бы, в путешествии долгое время, поэтому им нужно получить какое-то медицинское обслуживание, да, какие-то заболевания, им нужно что-то проверить. Поэтому как бы, они все приезжают. Очень много сейчас как бы, вот, моряков как бы, проходят тест на коронавирус. Да. Тут? Да. Аня! Русский район есть, да? Да. Там вы знаете, не как в Сеуле, Бусан такой красивый город. Море. Конечно, тогда нужно посмотреть город. Фуникулёр. В Корее. Я давно не каталась. Если кто-то боитесь высоту, не катайте, пожалуйста. Вот это просто прозрачный. Все видно. Это мост храм Божества под морем. Вау, красиво, да? Для новогоднего желания я приехала в буддийский храм. Здравствуйте! Хочу показать вам, как мы снимали буддийский храм в Пусане. Просто в этот раз наслаждайтесь со мной. И мы с главным монахом попили чай и слушали добрые слова. Тут русские тоже много приезжают для temple stay. Иностранцы много приезжают тут. В храме можно делать многие дела. Особенно, когда вам тяжело, стресс, нужна медитация. Я советую тут. Мы тоже с Юном помолились 3 раза, чтобы в Новый год, не как в 2020 году, все было хорошо. И в горах есть качели, мы с Юном играли. О, прости, Юн, я кидала тебя. Спасибо всем, что вы посмотрели. Подождите, нужно рассказать результат крови. Все, ребята, сегодня я получила от больницы мой результат. Оказывается, у меня точно, как я думала, AB, группа крови номер 4. Я не знала, из крови так можно много проверить. У меня холестерол, это много,
говоря, я очень много ем сладости. Как они знали, что я люблю сладости? Торты, конфеты, шоколады. А скажите, пожалуйста, какая у вас группа крови? Я прошла все обследование и кушала много хорошего. Если вам понравилось, ставьте лайк и обязательно подписывайте, пожалуйста. Тогда хорошего дня. Аннянь, пока. До свидания. Аннянь. В муниципальном округе Согу в Бусане расположены три университетские больницы Бусанского университета, а также университету Тунга и Кусин, и одна больница общего профиля, больница Самью. Помимо хорошей медицинской инфраструктуры и широких туристических возможностей, здесь вы сможете также на себе почувствовать красоту восточного отдыха и лечения.